Да-да-да, три. Здравствуйте, господа, до свидания. Здравствуйте, господа, до свидания. Очень... А вот это я сейчас не понял, чем был за прикол. Так. Ой, господин, вы мне не нравитесь. Я не побегаю. Я так хожу по... Там себе бегаете, а я это... Мне как-то карта показала, что ты впереди меня, я смотри, вот да, вот прыгай, там должно быть, попробуй ешкой понажимать, и не... Советую текать. А, что? Зачем? Зачем? Ну, боюсь, не понял. А, не понял. Представляешь, ты чуть не убил человека, у которого 900 хп. Поехали. А я чё, я, видимо, 8 ровно выхожу. Да. Я не знаю, где я, но я где-то. Я выхожу 8. Да-да-да. Так, всё, меня разбудили уже. Неплохо. Ребят, посмотрите, что я делаю. Что ты там делаешь? Да я вижу по его нику, то, что он самоубийца. Эвс. А, вон, ребят, думал, вы сидит, потом посмотрите, это... где я нахожусь, хорошо? Это генератор. Ну... Вадя. А он же где-то там? Я просто суицидник. Я суицидник. Слушай, знаешь, что тебе? Ну, можно сказать, это ты. Поэтому другого не ожидал. Круто, круто. Ребята, я вспомню хоть одну нычку. Слушай, мне вопрос, а где ты находишься? Молодец. Мне просто такой охотничек наш. А ой, я нашел нычку. Ура! Ребята, где ваш маньячок? Не подскажете, кто? Я здесь. Это где? Да, я вижу. И весело. Что? Ну, я ничего не вижу смешного, потому что у меня чувство, будто бы сзади меня кто-то есть. Это не чувство, это мы. Да, я ваши ники вижу. Вань, зачем ты понял, что это была решетка? Ваня... Ваня, не пали меня, так же, Ваня. Ребята! Пацаны, я застрял. Что делать? Ребят! Мне кажется, сейчас случайно выиграю. Ребят! Ты понял, да, Вань? Вань, вали, вали нафиг отсюда. Если меня сейчас найдут... Ваня! Если меня сейчас найдут, то маньяк уже не выберется. Типа... Маленький. Ааа, вы что, на крыше были? Не могли бы понять, не могли бы ко мне подойти и помочь мне выбраться? Я. Пацаны, я... Смотрите на мысли, что я случайно выкидываю все свое снаряжение. Я 7 хп из-за тебя. Пацаны, если меня найдут маньяк... Вань, лучше валим, Он знает нас по крови. По крови знает, да, в принципе. Он по крови нас узнает, беги! Вообще, не вся. Я не такой умный. Спасибо вам. То есть, типа, сейчас если кровь мы оставим, он будет знать то, что мы тут будем. Ребят, да. Ребят, я не такой умный. Ты очень тупой, я знаю, но просто доверим мне. Я сам не знаю, что я смеюсь, но я смеюсь. По-моему, я тут сам больше крови оставил, ничего мне. У меня желание разбить окно. Прям такое... Давай. Желание. Давай. Я внимательно слушаю. Да не, я пропустил. Я не хотел граником попасть. Не где? Попал ты опять. Где? Ну, ходи. Да, простите, я могу сказать, что меня... Я, надеюсь, я шел с наушниками играл. Молись на это.
что делать? Не знаю, умираю. Ваня, ты можешь меня достать отсюда? Не знаю, как-то. Убей меня. Мне тут нехорошо. Ребят, давайте пока что исследовать нишки. Я пошутил насчет убей меня. Я пошутил. Алло, Ваня, сзади я. Ваня, ты меня кто спалил? Ты шо? Так, нет, это не нычка. Это просто секретный проход. Так, тут у нас это было. Да-да. Подожди. Я не понимаю твою логику. А, блин, я уже думал нычка. Так, тут нету. Куда? Нет. Я тоже не подумал. Куда? Еще просто хлебом. А, да? Вообще болели. Да, немножко. Да куда? Большой. Мы больные. Где? Так, я вообще чекаю на нычке. Ищи между вторым и первым этажом. Ищи между первым и вторым, вторым, первым, не и надо, третьим дядя. Этажом. Вторым и третьим, вторым и третьим. Третьим и вторым, да вторым и третьим. Я сейчас не догоню, я сбежал с помощью нычки. Я сбежал с помощью нычки. Мне так повезло сейчас. Ярик, да, ляты, Ярик, ляты крыса вообще полные между первым и вторым. Я нычки искал. Здесь, не так повезло, что я наткнулся на какую-то нычку. Вторым и третьим этажом, если это можно назвать этажом. Да, привет, привет. Подожди, я вот тут вот было вроде бы. Не. Это хреново. Что? Дима, второй, третий этаж, второй. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Этажом. Не надо. Ищи либо второй, либо третий этаж. Я пойду посмотрю, где это. Смотри, Саня убил. Я посмотрю. Подожди. Если ты вот там вот, типа. Я у тебя, Ярик, спрашиваю. Меня у одного на карте вы изображаете свое общение на карте. Ну как бы ты не изображаешься. Не изображается Ваня. У меня просто вы все на карте, как бы. Ну, в принципе, знаешь, я тут застрял. Вот после этого раунда это поменяемся, типа, я, допустим, это террором стану. Или что такое?